А вот, кстати, про Хиджакова. Вам не жалко Хиджакова? Потому что пожилая женщина. Что ж ты пропала? У нас много в нашей компании уголовных дел, где проходят люди, и женщины есть, кому за 70. Я считаю, что с таких людей спрос должен быть вдвойне. Объясню почему. Наша страна из них сделала артистов. Наша страна дала им все. Награды, звания, народные артисты. С рук президента получали награды. И ответственность, она, знаешь, подразумевает, как бы располагается на всех. На тебя, на меня, она одинакова. И на нее в том числе. Девушка, девушка, перед вами жертва коммунистического террора. И кислород попробуйте, и ванны.